Вот, вратаря 2. Игроки забивают гол, гол, гол. Ну вот, это зрители. Они сидят на разных местах. Общение поняли, что есть такое представление, что вот профессиональные практически футболисты команды — это вот Штурм, Диметра, а все остальные считают, что да ну вот так, ну что-то, ну так, ну, но всем охота играть в футбол. И вот надо как-то это преодолеть, чтобы такой совсем любительский футбол тоже жил и был. Нам надо будет в этом году отправиться на разведку и узнать, в каких, мол, комплектных школах еще есть ребята, которые готовы играть в футбол, которые готовы сформировать команду. Мы этим командам будем всячески помогать мячами, формой, воротами. Будет выбрано 4 таких команды, кроме нас. К июню следующего года состоится такой вот матч, который уже между командами, мол, комплектных школ Новобуратского района. В этом году у нас выпускается главный футболист Даня Андриаров. И Даня как-то должен передать вот этот весь свой запал ребятам младшим. Сейчас-то все просто, мы готовимся к игре, и Даня, там, соберешь команду, тренера у нас нету. Вот, поэтому все держится на самоорганизации. Футбол занимает большую часть моей жизни. Это летом, это проведение отдыха, это встреча с друзьями, это радость для меня, когда я играю в футбол, мне не скучно. Лет 10 назад я уже начал просто играть в футбол как любитель. У нас 4 команды: совхоз, рыбушка, лох и девушки. Так, начинаем? Да, давай сейчас. Игра придет за участие в матче команды села Лох и поселка Центральная усадьба совхоза 15 лет октября награждается Станислав Соболев. Дальше. Андрианов Данил. Данил. Thank you.
огромное, все огромные молодцы. Ура! Спасибо всем! Вот кто вывозил всю игру.